Зачем? Я манекенщицей стану. А я выйду замуж за иностранца. В Америку тебя увезет. Да. Вы учиться собираетесь? Зачем мне эта школа? Я блогер. Я блогер. Я не сдаю ЕГЭ. Мне пофиг. Ты мола, куки ты мола, чему ты мола, аман ты мола, аман ты мола. Дорогая, подай, пожалуйста, перфоратор. А что из этого перфоратор? Дорогой, подай тушь. Подай помаду. Подай кисть. Правый подойдет. Ну все, я готова. Вы же на два дня всего на дачу. Да, девочки. А тебе что подарили? Шубу соболинную. Прости, подруга. Да ничего, с тебя по-дружески 5000. А я все ем, ничего не делаю и не толстею. Если не сумеешь, я помогу. Ой, а мой, девочки, завалил меня деньгами. Тратить не успеваю. Девочки, как хорошо иметь лучших подруг! А где я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил. Хм, симпатичная. Только такая худенькая. Интересно, что она могла заказать? Такой пухляш. Чё он там может есть? Ты тоже ешь итальянские роллы? Я приятно удивлен, что ты тоже ешь итальянские роллы. Дорогая, я помыл посуду. Лежит через желудок. Да-да, 100%. Я вас умоляю, можно подумать, мужик ходит любовницы борща пожать. Ага. Да-да, 100%. Ну, тоже верно. Ой, девочки, а мой вообще такой наглый. Кручусь вокруг него, как крестьянка крепостная. Ой, да все они козлы. Так, стоп, мы веселиться сегодня будем или мужиков обсуждать?
все мужики козлы. А если она сама изменила и ушла? Да потому что он был козлом. Представляете, чтобы поднять людям настроение, оказывается, нужно всего пара слов. Не верите? Смотрите. Диана, я хочу сказать, что ты очень красивая. Марго, твои дети сказали, что ты самая лучшая мама на свете. Хотите сказать, что ты очень красивый человек? Правда, не все привыкли к приятным словам. Даша, если я скажу тебе, что ты очень красивая девушка. И? В канун Нового года попробуйте провести этот эксперимент со своими родными. Ведь дарить позитив окружающим – это так легко и бесплатно. Я хочу тебе сказать, что ты самая лучшая сестра на свете. Спасибо, ты тоже самая лучшая. Ну и чем его накормить? О, пельмешки! Ёлы-палы, пельмени-то просрочены. Да они же в морозилке лежали. Хотя... Так-то будет лучше. И обезболивающее не помешает. И от поноса. Алло, скорая? А вы, если что, быстро приезжаете. Да нет, пока ничего не случилось. Дорогой, вот твой ужин. Ну как? Обалденно вкусно. И знаешь, еще такое ощущение, что и спина, и горло болеть перестали. Вот что значит с любовью приготовила. Ладно, пойду телек посмотрю. Фух, живой. Ты мой Айше, мой Демола, Аман, Демола, Аман, Демола. Песоки, вода, запах женщины моей. Я хочу остаться с ним. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? К черту истерики. Я разбил руки тридцать дней в силе и скурил мои нервы. Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь. Там Новый год два раза в год. А мне жены зимы в городах и селах. А, мне больно. Доченька, да до свадьбы заживет, вставай. Вырубает на ходу. Мама! Ой, сын, вставай, ты мужик или баба? Мам, помаду? Помаду? Может, куклу? Когда ты успела вырасти? Если хочешь... Мам, а купи макбук? Макбук? А может, машинку? Ну, мам. Неужели не весь скоро водить будет? Дочь, ты чё? Так нельзя. Девочка должна быть недоступной. Сын, да ты кого? Да ты наоборот первый должен заигрывать. Мам, а ты не забыла, что нам надо платье на ёлку купить? Ну и какое выбрать? Мам, мне же нужен костюм на Новый год. О, так вот же они. Ну что, Илюш, видимо, и в этом году ты снова будешь Человеком-пауком.